жалко мамки. Нашел рисунок, да? Готово. И дальше я решил закрепить саму кнопку с помощью шурупа. Вот так. Вот она кнопка. Моя личная кнопка YouTube. Тут я сделал своими руками. Да, много недочетов, конечно. Не спорю. Но это моя первая кнопка. Самодельная. Да, хоть подписчиков очень мизерное количество. Но огромное спасибо, что вы подписываетесь и смотрите видео мои. Всем моим друзьям, подписчикам, товарищам. Огромное спасибо. Оцените эту кнопку. Интересно ваши комментарии. Как вы оцените эту кнопку? Я очень старался, ее делал. Вот. Так что спасибо вам огромное. Ну, с вами был Артём. Подписывайтесь на канал. Пишите идеи для новых видео. Ставьте больше лайков, потому что ваши лайки — это мотивация на новые видео. Ну и всем пока.